В центре Москвы появился памятник Марине Цветаевой. Он установлен в Борисоглебском переулке, недалеко от дома, в котором жила великая поэтесса. Сейчас там находится музей. Церемонию приурочили к 115-летию со дня рождения Цветаевой. Решение об установке бронзового монумента было принято еще в начале 90-х. Однако тогда воплотить этот проект в жизнь так и не удалось. Поэтому сегодняшний день стал для почитателей таланта Цветаевой настоящим праздником. Многие из тех, кто пришел на открытие памятника, читали стихи любимой поэтессы. Субтитры сделал DimaTorzok.